Машковский, ютюб номер 6, лист 104, сонет прекрасный. Держи себя, да? Услышь левую руку, да? А правой будет другое время. Не надо по-школьному. Вот это ты играешь концертный этюд. Угу. Не инструктивный. Да? Вот это там, да. И разбег правой руки другой. Угу. Давай. Вали все на меня. Если скажут, что это было плохо, скажи мне Марченко или нет. Понимаешь, вот это очень хорошо. Вот это моли, поменяй педаль, чтобы там было чисто. Вообще без ноги. Потом длинный бас и хроматическая гамма. Поехали. Значит, смотри, вот этот вот, который ты раскладываешь, не грузись к первому пальцу. Бас зацепил, достаточно. Нет, тара-та-ра-та-там.
сначала ложишься, потом убираешь вес, пролетаешь на педали половину пассажа, потом убираешь ногу, опять берешь ногу и делаешь крещендо. Еще раз отсюда. Свободно.
вверх взлетай. И тогда, когда ты появляешься к резьезу, не оголяй эту ноту, а продолжай ее вести дальше. Ты ее уже слышишь, слава тебе, Господи. Через нее продолжай двигаться, меняя ногу, ну, без дыр, педаль, без... Thank you.
Ну, я считаю, что молодец. Вот я считаю, что молодец. Понимаешь, это очень сложная задача. И вот если вот какие-то вот эти вещи, которые сейчас напомнить, хотя бы половину из них сделаешь, в любом случае будешь молодец. Ничего только не бойся, и не играй в сторону суеты, точно так же, как не играй в сторону бесконечных остановок. Понимаешь? Вот этот объем надо это еще будет потом у тебя проявляться. Ты эту пьесу отложишь, потом когда так не вернешься, и будешь смеяться, почему тебе так долго про одно тоже говорили. Да? Но вот это уже есть в сознании, это по-другому слушается. Это вполне уже как бы можно сегодня себе позволить. Вместе с этим. Так, хорошо. Значит, с этим ты на сегодняшний день все поняла. А теперь давай мне, пожалуйста, играем Баха. Насколько мы, чтобы мы себе не морочили голову, понимаешь, что Андрей Александрович говорил по поводу Баха, насколько мы совпадаем и не совпадаем. Мы вообще не совпадаем. Я не секунду, я поэтому и спрашиваю. Вот, какие несовпадения у тебя вызывают вопросы? Потому что иногда он говорит, вы не совпадаете, а я иногда говорю, мы говорим то же самое, только разными словами. Это тоже сплошь и рядом. С чем ты, что ты готова принять, что не готова принять, где тебе некомфортно из того, что он советовал, потому что он очень хорошо работает, и что я советовала, где вот есть какие-то ножницы, которые принципиально ты не можешь вот понять, чего надо. Есть такое? Наверное, место? То, что он советует выделять исключительно темы и больше вообще ничего, как бы не обращать на это внимание. А я как-то стараюсь слушать все. Все остальное. Значит, я тебе объясню, что он имеет в виду. Ему тема нужна как организующий момент. Потому что у тебя есть такая, если ты чего-то показываешь, то ты уж показываешь так, чтобы все уж прям остановились и посмотрели на это. Понимаешь? А многие вещи надо, чтобы... я думаю, что я правильно мыслю, тем более ты была еще тогда в самом начале своего как бы, показа. Да? Вот, когда просят часто тему, очень важно, чтобы она имела формообразующий какой-то момент, чтобы она не давала всему растечься до такой степени, да, что это все просто уже уходит в такие рамки, что тема уже перестает фокусироваться в том, о чем я всегда говорю с самого начала. У темы заданный шаг, у нее одна вершина и не бывает другой. И что бы ты ни играла ее громко, тихо, вершина в ней, интонационная вершина, будет только одна. Поэтому, когда все остальное начинает расплываться и это нарушается, вот сразу хочется, чтобы была тема. Потому что она превращается не в тему, она превращается просто в соседнюю мелодию. Понимаешь, поэтому часто бывает вот играть так, чтобы вот везде была тема. Я думаю, что он это имеет в виду, потому что этим лично. Вот. А что касается всего остального, что ты слышишь, я тебе на первом уроке сказала, я слышу твои подголоски, но ты на них так останавливаешься, что помнишь, я тебе сказала, что я больше ничего не слышу. Почему? Потому что когда ты в этих подголосках теряешь верхний голос, а верхний голос, он как цемент, понимаешь? Вот бах это да, фундамент и бас это все понятно, а верхний голос, он как цементирующий с точки зрения, что он вот все объединяет. В любом храме, в любом соборе есть купол. И все, что вот светящееся, все, что возвышается вот в готике, да, в барокко, все находится под куполом, не в полу. Понимаешь? Все, что более мрачное, находится в полу, да? А вот все, что более просветленное, куда мы устремляем свое движение, оно-то как раз там. Если ты лишаешь меня слышать вот этот верхний тоненький звук, который там есть, он может быть громче, может быть тише, ты тоже нарушаешь архитектурный баланс. Тоже нарушается движение, понимаешь, музыку. Поэтому вот исходя из этих вот каких-то фундаментальных вещей, ты все равно должна мыслить. Да? Вот сейчас играем. А прелюдию играем как инвенцию со своим законом голосоведения. Очень просто, очень ясно. Практически без педали руками.
была хороша за исключением двух точек. Слишком жирная функция в конце, mm-hmm. она была крикливая на фоне того, что ты делала. И та точка, где ты приходишь в терцию до дубль диез, ми диез, украшение тан-дара-дара-дара-дара-дара, ты уже на украшении остановилась. Вот ты должна еще туда идти, та-та-та-тан-дара-дара-дара-дара-дара. Вот сделай мне песню. Нет, раньше сыграть чуть-чуть. И дальше точка выхода, когда ты пришла, вот си ля со, си до ля, там прекрасно играла, и вдруг такой жир, mm-hmm. да, вот это там-пам-пам-пам-пам-пам-там, и вот эти дара, те самые золотые верха экспрессивные, а ты их задушила массой, а левая рука была невнимательная, а вот услышала, там есть сейчас масса. Видишь, сколько у тебя точек, вот этот там-бац, возьми. И вот эта точка ми, ре, до, та, 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 ми тянется туда, ми, 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 та, 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 ти, та, 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 даже практически можно играть до, ре, ре, соль, да, да, и появляется вот эта уже концовка. И дальше мы заканчиваем аккорд, он долго звучит. Mm-hmm. Берем аккорд. И вот ты должна услышать, как этот соль диез мажор превратился в соль диез минор. Thank you.
тебе все на месте, и темы, и все остальное, да? Там есть какие-то еще пока не очень естественные для тебя вещи, но если поиграешь, я... Да? Вот что он имеет в виду, что такое тема для него. Потому что у тебя есть момент, если я тебе не подсказываю, не рычу, ты сбросил. Да, в теме вот это вот движение к вершине, в каком бы она голосе ни прозвучала, и все остальное, что бы ты ни хотела показать, оно зависит от этого. Это не значит, что приоритет тем. Даже если ты хочешь тему сыграть вообще без динамики, все равно есть момент вот, в исполнении темы фуги, да, когда можно, не меняя динамику, все равно показать эту вершину. Это уже там такой высший пилотаж, да? Когда ты вот идешь и вот ведешь фразы дыханием, времени, вот длиной ноты, да, ты ничего как бы не прибавляешь. Ну а мне всегда понятно, да, что вот там вот вершина, а не в другом месте. Вот к этому стремится. И концовка, когда вот эта последняя тема, вот этот элемент там-тим-пам, он центровой, там-пам-пам-пам, потом быстрый выход из темы, да, в этот длинный вход, в эту вершину, в теме, и быстрый выход. Вот здесь нет этого выхода в последних тактах. Там-там-тим-пам-пам, си-до здесь. А ты там вот сыграй, а ты там такая скромная, это прям как подача такая, да? Thank you.
мне напоминает, как день лицарит заканчивается. Да, роман такой, думаю, что ж мне так мне вот уже забылось, что так напоминает. Лучше стало многие вещи. Она вот сейчас играет, может быть, не так стерильно, чисто, как играла первый раз, но вот из-за того, что сейчас появился порыв такой музыкальный, это есть хорошо в любом случае, потому что это почистится. Ну, вот смотри, с чем я принципиально не согласна. С переходом вот на эту часть, когда ты играешь. Какие там, господи, сейчас. Вот в этой части ты играешь. Темп именно от этой точки. Вот это твой стринженто, которое должно еще продолжиться. Вот откуда-нибудь начни, может быть, отсюда. И это взволнованно. Там есть диминуэндо, да? Сначала оно... Понимаешь, вот фаготики с низкими кларнетиками, вот они сидят очень компактно, да, и очень точно все это играют. Thank you.
есть еще внутренний голос и тянущиеся ноты. Там есть смена педали, это другое дело. А у тебя здесь какая-то сухомятка, да? Вот этот переход плохой, еще раз мне сделаем. Конечно, но только не снять вот так вот, да? По-взрослому. Чистой педали.
Потрясающе, очень хорошая книга. Выучи это, пожалуйста, это принципиально. Теперь вот там, где было... Это все было неплохо, вот этот порыв был не очень. Сначала надо поменять педаль, а потом все остальное делать. Почему концертмейстер выносит просто здесь? Все. И каждый раз на концклассе, я помню, Чичава говорил, что вы здесь, я с ума сходили? Да что ж такое, дорвались. Идите на свою специальность, там дорывайтесь. Потому что есть чувство меры, да? Вот он тоже играл так, что пока Образцова еще дышала, а он этот порыв ловил. Но он никогда, он знал меру. А сегодняшний концертмейстер, ну наконец-то поиграть-то можно, вот она, музыка, понимаешь? И это все разрушает. Мы не можем быть там больше, чем певцы. Несмотря на то, что это оркестр заканчивает, но все равно оркестр ловит вот этот порыв певца. В моем восприятии, если это нарушается, мне уже некомфортно. Понимаешь, вот для меня это критерий, да? Вот, потому что певец покричал, оркестр покричал, все замечательно, а вместе где? Вот это и есть. Так же точно, как вот когда мы играем фортепианный концерт. Да, есть какой-то форте, когда мы вливаемся в оркестр, а когда мы выливаемся из него. Но поперек вряд ли есть хорошо. Если это только какое-нибудь специальное, вот специальное какое-то место. Да? Потому что, как правило,
я уже говорила, вроде, композитор, в моем представлении, когда пишет концерт, он пишет музыку. А потом уже, так сказать, там происходит, сначала у него рождается музыка, а потом он уже переносит это на фортепиано или еще какому-то другому инструменту, да? Ну, я не знаю, я всегда вспоминаю вот концерт Мендельсона «Скрипичный ре-минор». Я его не могу представить ни для какого другого инструмента. Вот мне кажется, Мендельсон, когда это писал, вот у него это вот родилось вместе, и понятно, что кроме как скрипка, ничто это не может. Это какое-то совершенно фантастическое сочинение. Вот. Понимаешь? Вот, и так же, когда Чайковский писал, ну вряд ли это могло родиться для кого-то другого. Ну, конечно, понятно, что он писал пианисту, но все равно он сначала услышал это вместе. Любой композитор сначала слышит в себе эту музыку. И так же, как и симфонию, он же потом пишет партитуру, он же не сразу партитурой слышит. То есть он, видимо, внутри себя уже как-то настроен на какую-то волну, да, вот бывает, какую-то тему человек услышал, от этого сочинения родилось. И там он дальше раскладывает по инструментам. Он может что-то потом менять и так далее, да, но все равно это рождение. И вот это когда... Вот это... Хороший был порыв, но уроки с точки зрения музыки... От того, как пошла тема. Нет, ты в двух руках живешь. Вот начнем еще раз. Мы с тобой говорили, да? Вот смотрите, два размышления. Да, вот размышление и разлука, да. Вот аккорд. Отпасы нужны. Вот я вчера как раз свою девочку учила. В русской музыке, да? И вот Чайковский.
здесь и очень удобно. Но когда ты придешь, дома пошла, там, так там хуже, да? Молодец, мне трудно выдержать, мне невозможно.